Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же происходят начисления с YouTube вам на карту. Давайте же приступим сначала с того, что сначала каждого 11 числа вам идет перерасчет с YouTube в AdSense аккаунт. Вот, в аккаунт AdSense именно вашего канала, чтобы вы понимали, у вас свой будет закрепленный номер, и вы здесь должны будете указать свой номер карты, интернет-карты, долларовой карты, либо же выбрать чек вам будут присылать и так далее. Выбор будет свой каждый. Но суть не в том, суть в том, что вам, запомните, 11 числа идет переначисление с YouTube на AdSense. AdSense уже вам перекидывают деньги с каждого понедельника 20 числа. В данный момент у меня сегодня воскресенье 20 число. У меня, по идее, завтра уже должны снять. У меня здесь будет все по нулям. И в течение от 3 до 5 рабочих дней, в зависимости от банковских услуг наших, мне придут эти деньги на карту. Вот, я вам запишу сегодня как воскресенье, потом по списанию запишу и уже по ходу по ситуации по поступлению на карту. Давайте сначала я зайду, покажу вам свою карту. Вот, смотрите, моя карта. Я здесь закрою немножко информацию, но вы увидите, что здесь сейчас 1 доллар, но по истечению сроков вы сами поймете, что все деньги приходят, ничего переживать не надо. Просто запомните эти даты, что каждое 11 число идет перечисление с YouTube в AdSense, а с AdSense уже эта сумма вам будет приходить именно в минимальном размере, минимальный порог оплаты 100 долларов. То есть уже с 20 чисел по 26 вам придут на карту. Вот, как я и сказал, прошел один день, сегодня 21 число, у меня деньги уже списали, как видите. Теперь осталось подождать, когда придут на карту. Я думаю, 2-3 дня, и они будут. И я вам покажу результат. Итак, друзья, прошел еще один день, сегодня вторник, 22 сентября. Вот видим смс-очку, PrivatBank, 105,33 доллара. Это было нам начисление. Заходим на нашу карточку, обновляем. 106 долларов, как я и говорил. Все на счету есть, не переживайте. Все справедливо, быстро. Даже под тем подсчетом, что я сказал, намного быстрее. Все обошлось. Один день перечисления, один день пришлось ожидать и пришло на карту. Вот и все, поэтому не переживайте. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Всем пока.